Школьники нарисовали 1000 рисунков, на которых изобразили улыбку в самых разных ее проявлениях. Акция стала популярной настолько, что ее решили провести за пределами гимназии. Поддержали гимназистов в Сочи автотрансе. Именно здесь, в рейсовых автобусах, юные художники поделились положительными эмоциями с сотнями горожан. Смотрю, улыбаюсь. Детям вообще всегда надо улыбаться, потому что дети – это же счастье и радость жизни. От улыбки станет всем светлей. Эти слова из детской песни, которые считаются гимном хорошему настроению и добрым делам, стали гимном и школьной акции. Ребята вместе с преподавателями решили, что их искренние улыбки, если и не изменят мир, то наверняка сделают кого-то чуть счастливее и поднимут настроение. А это уже большое достижение. За возможность делиться улыбками руководство гимназии поблагодарило руководство МУП «Сочи Автотранс». Свое спасибо попросили передать и водителям автобусов, которые для школьников стали добрыми друзьями. Я бы хотела, чтобы эти благодарственные письма вы передали нашим водителям, которые возят детей. Не обижайтесь только. Иногда за пятерку бесплатно. Ребята на школьном празднике не просто поднимали настроение гостям, но и заражали их своим таким разным, но заразительным смехом. Ученые доказали, что искренняя улыбка не менее важна для человека, чем витамины. Поэтому ученики решили передать эту важную эстафету всему Сочи. А сверстникам предлагают сделать улыбку паролем для всех своих друзей. Мы, ученики 9-й гимназии, передаем вам наши улыбки и просим вас не дать погаснуть пламени детских улыбок в городе Сочи, искру которого мы зажгли. Уже через неделю стартует общегородской конкурс детских рисунков на сайте changesochi.ru, где жители и гости нашего города смогут проголосовать за понравившийся им рисунок в различных номинациях. Также в планах распространить акцию «Подари улыбку другу» не только на Кубани, но и по всей России. Акция у нас получилась и международная. В рамках фестиваля молодежи, который проходит в Сочи в эти дни, нашу школу посетит министр Белоруссии, и мы также подарим ему свои улыбки и передадим уже в соседнее государство свои улыбки. Ольга Десятова, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.